Общественный проект «Живое наследие» призван создать народную платформу для спасения, возрождения и популяризации локальных достопримечательностей страны. Здание Общественной палаты Российской Федерации в рамках данного фестиваля прошел региональный этап конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Наш городской округ представил на нем проект военно-исторического фестиваля «Душоновские маневры» и занял первое место в номинации «Лучшее туристическое мероприятие исторической направленности». Например, в этом году была впервые сделана реконструкция русско-японской войны. Впервые Ми-8 участвовал в реконструкции по Афганистану. Более 150 интерактивных площадок. Выставочная техника пользовалась большим успехом у детей и взрослых. Это выступление киноманов, это десантники, это традиционные шоу конные, это ремесленная слобода, это аутентичная торговля, русский костюм, различные темы, контактные зоопарки. Военно-исторический фестиваль и вообще исторический фестиваль, на мой взгляд, это самый мощный, самый интересный, самый интерактивный инструмент для вот таких вещей. Молодежь и дети, которые приходят, они через предметку, через интерес одеть на себя фуражку, посмотреть в бинокль, посмотреть на сражение. Они в это вовлекаются. Немаловажно отметить, что соревноваться пришлось с серьезными соперниками, чего стоит один фестиваль времена и эпохи, проходивший на центральных площадках по всей Москве. Он, к слову, занял второе место. Мнение профессионального жюри касаемо выбора победителя в этот раз было единогласным. Первые места мы традиционно занимаем уже четвертый год. Это очень волнительно, это очень страшно. Это ответственно, потому что ты не просто за себя, ты за Большой Щелковский округ выступаешь. Финал конкурса, на котором соберутся участники со всех регионов нашей огромной страны, состоится в Самаре уже в ноябре. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.